смотрите, Моша, это пчела. Пчела. Это божья коровка. Божья коровка. Это муравей. Вот это кто? Муха. Муха, да, повторяем. Муравей, коровка. Муха, кузнечик. Вот это зеленый кузнечик. А вот это стрекоза. Скажите, Моша, стрекоза. Мам, Тимоша, скажи, стрекоза. Мама, ну перемена закончилась. У нас уже урок идет. Ты что, какая перемена? Перемена кончилась, у нас урок идет. Природоведение. Мы изучаем насекомых. Тимоша, покажи, где стрекоза? Это муха. Это паук. У него 8 ног. Это муравей. Да, вот это стрекоза. Вот. А где кузнечик? Показываю вот этой стороной, вот этой. Показываю, где кузнечик. Это шарик. Клади его. Ну, помнишь, когда мы эти саньки лепили? Я помню, только у нас Тимоша что-то ничего не знает. Надо его всему учить. Тимош, покажи, где бабочка. Бабочка. Где на картинке бабочка? Покажи. Бабе. Так это паук. Это оса. Вот бабочка. Смотри, у нее какие крылышки. Вот это бабочка. Бабочка. Тимош, а где паук? Паук. Где паук? Ну, это оса. Вот он, паук. У него 8 ног. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ног. Вот он, паук. Ну, а где бабочка? Бабу. Кто показывал бабочку? Где бабочка? Это стрекоза. Это муха. Вот она, бабочка. Вот она. А где паук? Где паук? Правильно, это паук. А где бабочка? Где бабочка? Это муха. Где бабочка? Правильно, это бабочка. А где паук? Паук. Это таракан. Вот паук. А это кто? Бабочка. А это кто? А это кто? Паук. Правильно. Паук. Вот это кто? Оса. Скажи, оса. Вот чего, смотри, муравей. Вот кузнечик. Вот пчела. Вот божья коровка. Божья коровка, да. А вот стрекоза. Стрекоза. Таракан. Покажи божью коровку, Тимош. Вот божья коровка. Да, красного цвета и с черными пятнышками. С черной головой. А оса черная с желтым.